преддверии Нового года хотим вас поздравить с праздником, благодарить за верность спорту. Долгих лет жизни, не болейте, берегите себя. У нас стадион в этом году 55 лет, внесли свой вклад. Борис Константинович, всегда в строю. Думаю, что вы на досуге посмотрите эту книжечку, делали в канун 75-летия. Этот год у нас памятный. Вот. Поэтому, как говорится, это тоже от администрации муниципального района. Поздравляем вас с наступающими новогодними праздниками. Конечно же, желаем здоровья. Берегите себя, своих близких. А это вот от стадиона. Стадиону 55 лет, видите? Стадиону 55 лет. Покажем телевидение, да, что... Стадион сделал здесь фотографии. Это календарь вам на 21 год. Стадиона. Ну и вам хлопки, подарочек на Новый год. Конфетки, шампанское. Ой, вон там есть. Да, это вам. Это вам. Спасибо вам. Здравствуйте. Здравствуйте. Ох, как вас много. Да. Депутат Ярославской думы Алексей Юрьевич Несимов. Да, мы вам соболезнуем этого Кирилла Ивановича. Ой, нет, сплакалась. Да, очень много вокруг дел для спорта, поэтому мы его помним и любим всеми. Да, эти люди. Спасибо. Да, от администрации района мы вам хотим вот на память подарить этот экземпляр. Все память 75-летия, то есть у нас памятный. Пожелать, конечно, вам здоровья. Берегите себя. Да, ну, давайте, в рамках года памяти 75-летия посмотрите, там все парады на 9 мая. Может, знакомых своих, родных найдете. Это родной посмотрите. Стадион, 55 лет в этом же году. Вот мы панорамочку сделали, вот календарик на стеночке. Берегите давайте, себя, самое главное здоровье. Публическую газетку, как бы, чай, еще все было попить. С наступающим Новым годом вас. До сих пор каждый божий день в спортивном зале помогает вовнутрь. Это самое главное. Воспитал не одно поколение силачей. Там в книжке как раз написано «Вечно в строю». Вот. И всегда пропагандирую здоровый образ жизни. В строю. Спасибо большое. Елена Александровна, да. Мы вас очень чтим, как говорится, любим. Вы столько лет и сил, и своих таких вот, как говорится, опыта отдали стадиону. Без таких людей, наверное, стадиона не было бы в том виде, в каком он сейчас есть. Да. Нет, спасибо вам огромное, всей семье. Я уж просто вот грамота у меня Елене Александровне. От себя. Да. Вот. У него много таких, но тем не менее. Ну да, еще. Мы, конечно, наверное, надо поздравлять семью. Потому что вот когда семья работает в одном учреждении, такой вот семейный подряд, это дорогого стоит. Анатолий Николаевич, вот в рамках празднования юбилея стадиона «Чайка», разрешите мне от лица Департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области вручить вам почетную грамоту за существенный вклад в развитие физической культуры и спорта Ярославской области. Мы благодарим вас за вашу активность в спорте, вообще в жизни, в общественной жизни. И хотим, конечно же, прежде всего пожелать вам крепкого здоровья, несмотря ни на что, все же держаться, потому что вот на вас, на таких крепких, сильных духом людей равняемся мы и стараемся вам соответствовать. Вот разрешите мне вручить эту грамоту. И еще хотелось бы в рамках 75-летия годовщины Великой Победы вручить вам вот такой альбом фотографий Колыхалова в городе Угличе. Смотрите с удовольствием. Хотим сегодня вам вручить от имени Анатолия Геннадьевича Курицына благодарственное письмо за ваш большой вклад в развитие физической культуры и спорта Угличского муниципального района. Ну, вклад-то небольшой. Это нам судить. Понятно. Да, о том, какой ваш вклад. Хотим вас поблагодарить за вашу активность, спортивную активность, общественную активность. И небольшой подарок вам на город. Шампанское конфеты. Спасибо. Ладно, Рома, спасибо. Вот это вам грамота от департамента, а это от администрации района такой небольшой подарок. В этом году у нас 75 лет победы. Мой приятель. Отлично. И вот мы сделали такой альбом из фотографий и хотим вам подарить. Я думаю, вы здесь найдете своих друзей. Спасибо.
сегодня я хотела бы вручить вам почетную грамоту Департамента физической культуры, спорта и молодежной политики Ярославской области за ваш существенный вклад в развитие физической культуры и спорта всей Ярославской области. Я хочу пожелать вам крепкого здоровья. Спасибо. Я хочу пожелать вам как можно дольше оставаться в строю. И хочу в память о 75-летней годовщине победы в Великой Отечественной войне подарить вам альбом фотографий парадов победы в городе Угличе Колыхалово. Возможно, здесь вы найдете своих друзей, своих коллег. И спасибо. Помните замечательные времена. И календарь на 21-й год. Вам на добрую память. Стадион, куда вы вложили свои силы и энергию, и силы других. Вам мне что-то кажется, он был ранее. Был стадион раньше, но вот уже в том виде, который вы построили, вот в таком уже спортивное ядро в 1965 году. И вот такой он был. Я его помню очень давно, когда этих трибун еще не было, были совершенно другие трибуны. А вот здесь вот был пруд. Там футболисты поднимали рассвет. Водная процедура. И подарочек от нас к Новому году. Спасибо.